Подключаем телефон 4S iPhone к нашему компьютеру обычным кабелем в USB. Вот он включился. Смотрим на компьютере. Появляется вот такое вот меню. Открываем файлы. Вот накопитель. А компьютер распознает iPhone как накопитель. Открываем здесь папки у нас. Вот в папке хранятся фотографии для видео. Мы можем их скопировать или работать отдельно. В общем, так, это видео снято на телефон Huawei U9200. Спасибо за внимание.